Вы на канале Рада Тим. Привет. Сегодня мы осматриваем игрушку, изучаем. Поймай уточку. Она рассчитана на детей от 3 лет. В ней особенность это насос, который гоняет воду по всему бассейну. Вот мы сегодня увидим, как это интересно и как это увлекательно. Саму игрушку можно купить в магазине Мультик. Ссылка будет в описании. Ну, где можно почитать, узнать про другие игрушки. Ну что, давай открывать. Все, мы хотим. Успокоим. Так, здесь смотри, какая-то помпа, это насос. Да. Поиграйся, смотри. Удочка. Удочки. Там вверх тормашками, нет, наоборот. Наоборот. Вот так вот. Так? Да. Как? Вот. Кнопка на обратную сторону. Переверни. Переверни. Вот. А почему батарейки сверху? Блин, а если батарейки попадут в воду, то тогда не будет работать насос. Угу. Мы знаем, что электричество нельзя, чтобы электричество попадало в воду. Ставим крышу. А как кнопку-то будем доставать? Вот, смотри, встань. Вот где кнопка. Вот, все работает. Переключи. Все, приготовили. Смотри, у нас две удочки. Одна для тебя, другая для меня. Да, воду наливаешь, она вот так бежит. Да, бежит. А Кан пока здесь. Ну что, пробуем? Да. Я сама. Сама? Тяжело тебе? Сюда наливать надо. Во! Надо... Аккуратно льем. Все, поплыли уточки. Еще побольше можно? Еще давай зальем. Больше воды. Да, еще больше. Еще больше воды? Угу. Скоро вода закончится. Так еще надо больше. Еще больше надо? Да. Давай еще нальем воды. Уточки. Вот сюда лучше, а то здесь нету уточек. Сейчас мы их везде разместим, чтобы они не кучковались. Итак, смотри, на эту игрушку ушло порядка 2-3 литров воды. То есть не так много воды нужно. Вот. Теперь будет движение. Смотри, движение появилось. Есть. Сейчас вот, как мы... они быстро плывут. А тут смотри, скучковались они. Давай. У меня одна есть, а вот и ручками не помогай. Оп. Тоже одна есть. Ух ты, меня догнала. Оп, я первую, вторую уже поймал. Что это за плитки? О, пробка, стоп, выключай. А, ты поймал, все, молодец. Да. Вот эта уточка была вредная, она не пускала остальных уточек. Оп, оп, у меня третья уточка. А ты можешь там ловить, ждать? Они сейчас пойдут, поплывут дальше. Оп. Ой, у тебя три, ты снова меня догнала. Сейчас у меня будет четыре. Пока я отвлекался, у тебя уже четыре уточки. У меня пять. Я так не успею тебя догнать. У меня шесть! У меня четыре уточки! Оставь мне ее! Хоть одну уточку мне отставь! Ты же сейчас победишь! А, смотри, эта уточка! Не хочет она ко мне, не хочет, смотри-ка! Самые шустрые уточки! Ох ты! У меня шесть, семь! И у меня сейчас шесть! Это моя уточка! Моя. Ах, смотри, ты ее опять выпустила сюда, свою уточку. Это будет считаться. О. А так нечестно, ты сразу две уточки поймала. Они у меня сами зацепились. То есть они, наверное, подружки и не хотят расставаться. Угу. Заметила, да, что она даже вернулась, чтобы забрать подружку с собой. Угу.
теперь выключай. Там уже некому хватать. Давай посмотрим. Сейчас. Все, молодец, отключила. Теперь посмотрим, посчитаем, сколько у нас уточек. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 уточек. Если там 12 уточек, то у меня остается 4. Ты в 2 раза быстрее меня поймала. Какая ты шустрая. Подожди, а в чем твой секрет? Потому что я быстро ловлю. Быстро ловишь? Вот так. Покажи еще раз. А, некого ловить, положи одну уточку. Давай одну попробуем. Вот. Сейчас покажу. Я по моей команде я включу. И когда я скажу лови, тогда лови, хорошо? Угу. Раз ты лучше меня ловишь. Ждем. Ждем, сейчас уточка поплывет. Подожди, пропусти. О, сейчас лови. Ага, не можешь ты быстро поймать, значит ты говорил неправду. Есть какая-то хитрость. Наверное, ты, когда я отвлекался, ты, наверное, их руками ловила. Нет! Ты не можешь ее поймать. Вот, смотри как, Лена. Ты, наверное, все-таки жульничала. Давай выключим пока. Правда, быстро ловила. Молодец. Смотри, если мы хотим накормить уточек, нам, и чтобы ограничить пространство, чтобы они не перемещались, давай будем использовать задвижку. Какую? Вот, возьми задвижку. Его надо помыть. Кого? Это... Утенка? Да. Это мальчик или девочка? Девочка. Девочка? Значит, это уточка? Да. Уточка. Они все здесь девочки. Все девочки? Да, вот реснички. А может, у меня утята? А у тебя все девочки? Да. Она уже покушала? Ну, нет, она уже ее помыли. А, ее там мыли? Да. А где их кормят? Вот. Здесь? Да. То есть сюда сыплют зерно, оно падает и попадает к ним? Да. И здесь они уже кушают? Да, вот так по водичке плавают и кушают. То есть это их столовая, здесь же они плавают, а там их купают. Угу. Смотри, это целая экосистема. Здесь они живут, кушают, моются. И, ну, какое впечатление у тебя об игрушке? Тебе понравилось? Потому что... Очень интересно. Смотри, она увлекательная. Здесь много можно придумать правил различных конкурсов. Здесь можем найти место, где они купаются, где их кормят. Здесь есть напорная башня, то есть вода, которая циркулирует по всему бассейну. Смотри, как интересно. Они плавают. Одну поймала. Они общаются. Игрушка называется «Поймай уточку». Смотрите наше видео и подписывайтесь на наш канал.